частичная мобилизация в России. Эксперты говорят, что призыв негативно отразится на рынке труда. А что с остальными сферами нашей жизни? Один из главных праздников осени – День учителя. Как своих педагогов поздравляют красноярцы. Аномального тепла не будет, все температуры в пределах осенней нормы. Подробный прогноз на октябрь. Обо всем на этой неделе на ТВК каждый день с 8 вечера, а также во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ.